Всем привет! Я нахожусь в Молдове, в парке. Погода прекрасная. Февраль месяц. На улице тепло, но ветрено. Выйдя из магазина, я решила показать, что я купила и сколько это стоит. Я купила большую бутылку Фейри, большую бутылку Max Power. Это гель для посуды. И один, и второй. И к Max Power идет мочалочка в подарок. Купила в качестве дополнения шоколадку Альпинелла, мармеладные конфеты тролли, шоколадку Терра Вита и разрыхлитель для теста, который мне понадобится сегодня. Зная о своей поездке, я хотела купить гель для посуды Фейри, но сегодня увидела еще и Max Power на оценке, поэтому взяла и его. За цену, которую я заплатила за эти две бутылки, у меня в Тирасполе выйдет всего лишь одна бутылка Фейри, поэтому купила сегодня две. За все покупки, которые сейчас вы видите, я заплатила 142 лея, 30 бань. В переводе на доллары это 9 долларов 20 центов. Вот такие покупочки. 9 долларов 20 центов.